ячмень, яровой сорт Маргарет. Это как раз участок в 3 гектара, может быть даже больше, может быть 4 здесь будет, может быть меньше 4. Участок, здесь междурядье у нас 37,5, норма 1 100 000, где-то 55 килограмм. Вот так он на данный момент выглядит. Сейчас уже уборочное состояние. Мне этот участок достаточно так радует. Здесь в целом все неплохо. Неплохо сформированы колоски. Неплохое здесь было кущение. В целом все, можно сказать, хорошо. И самое интересное, что здесь еще не вносило удобрения. Понятно, что здесь у нас неплохие почвы, хотя здесь вот мы на стыке такого смытого участка. Но в то же время все же это черноземы. Понятно, что здесь потенциально по питанию всегда на 2 тонны, если правильно с ней обращаться, даже без удобрений, присутствует на 2 тонны, имею в виду урожая. Конечно, здесь вот по массе, если смотреть, что здесь, я думаю, 40 центнеров есть. 40 центнеров здесь присутствует. Надеюсь, что я угадал. Но, во всяком случае, как бы, исходя из производственного опыта, как бы я вижу по густоте, что здесь можно рассчитывать на 40 центнеров. Во всяком случае. И по колосу. Хотя не могу сказать, что зерно здесь крупное. Ну, хотя, может быть, все же и будет здесь масса 1000. До 50 она будет доходить в среднем. Потому что традиционно у нас ячмень с такой массой 1000. Хотя этот год, конечно, был засушливый. И даже в момент налива ячменя, только потом уже обрушились дожди. Посев достаточно приятный. Такой вот обзор, который, я не знаю уже сколько видео записал по этому ячменю, с нормой высева 1 155 000 килограмм, где-то 3 гектара. Вот такой вот ячменек. Такой вот у нас краевой эффект, хотя такой же эффект у нас и в середине посева. Еще стебель даже зеленый, так что... Так, сегодня 27 июля.